Масштабное благоустройство Химкинского лесопарка продолжается. Ход работ на постоянном контроле местных и региональных властей. Соблюдение сроков, качество используемых материалов проверил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и глава округа Дмитрий Волошин. Осмотрели пешеходные дорожки, элементы освещения, детскую площадку. Половина работ первого этапа уже завершена. На сегодняшний день проложено порядка 4 километров дорог. Будет проложено порядка 11-12 километров. На сегодняшний день смонтирован комплекс детской площадки и готово основание под покрытие. Площадь площадки 1277 квадратных метров. По словам главного архитектора, проект благоустройства лесопарковой зоны учитывает бережное отношение к природе. Поэтому ни одно живое дерево при проведении работ не пострадало. Специально мы разработали под этот парк, если вы обратите внимание, деревянные фонари, которые сливаются с стволами деревьев. И действительно, когда ходишь, на них не обращаешь внимания. В почерке, там же, где родник, где используется любой навес, использованы только природные материалы, вплоть до использования достаточно больших крупных габаритных камней для того, чтобы имитировать столбы. То есть вплоть до каждой детали сделано в почерке так, чтобы человек переносился сюда, как в первозданную природу. Ежедневно на объекте задействованы около 35 человек и 10 единиц техники. Все работы планируют завершить до конца 2024 года. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.